со временем, если эти мероприятия проводить регулярно, то запах уменьшится. Сказать, что он исчезнет совсем, этого не может никто, ни наука, ни производственники, потому что все прекрасно знают, что самый радикальный способ борьбы, так сказать, вот за чистоту той же самой горячей воды, это переход на закрытую систему водоснабжения, но это уже потребует достаточно больших капитальных вложений. Не думаю, что на ближайший год-два, особенно в этих там кризисных или антикризисных, значит, ситуациях, это возможно.